Медведев только что откатал свою программу, находится рядом со мной. И мне кажется, что можно было, наверное, судьям добавить за мужество, за попытку сделать второй раз четверной прыжок. Андрей, как пришла вообще такая идея на четвертой минуте постараться все-таки исправить ошибку? Ну, желания было много, как бы очень хотелось показать этот прыжок, потому что на тренировках я исполнял. Но я даже не знаю, как это сказать, идеально, просто идеально. То есть за 2 недели до соревнования я упрыгал как стабильнее, чем, я думаю, даже тройнулось. Вот. Ну вот сегодня, может быть, меня даже немножечко сгубило то, что очень хотел сделать. И даже несмотря на то, что я пошел на 4-й минуте, ну, там на 3-й, на 2-ю попытку четверного, силы были, желание было, почему нет. Я думаю, что в дальнейшем надо тренировать, может быть, в дальнейшем так буду и делать. То есть предела нет, надо тренировать. Но судьи, конечно, это мне не оценили, поставили -1. А какой элемент вас порадовал, исполнение ваше? Ну, знаете, остальные элементы было все исполнено, в принципе, довольно-таки неплохо. Вот, каскад тройной со стороны тулупа. То есть, несмотря на то, что некоторые спортсмены после первого уже неудачного прыжка начинают, ну, торопиться. Нет, у меня сегодня вполне хорошо работала голова, и я как бы все чувствовал себя вообще прекрасно. И кроме четверного, то есть выполнял все довольно-таки неплохо. Но четверной сегодня не получилось, к сожалению. А вот чемпионство прошлого года как-то давило на вас? Я уже задавала этот вопрос, да, но перед, то есть после короткой программы. Ну, вы знаете, в России каждый старт, не знаю почему, но он, неважно, Россия – это этап Кубка России, либо какое-то российское соревнование, немножко есть тяжесть в этих соревнованиях. Не знаю почему, но есть тяжесть. Вот именно, когда все российские спортсмены собираются, вот, не знаю, может, какой-то поле, я не знаю, вокруг нас все летает, там, может, ненависть какая-то от ребят там раскроет. Но вот на своем опыте я точно могу сказать, что на Европе, на мире легче выступать, чем, допустим, на чемпионате России, либо там на чемпионате Казани, допустим. То есть сил отнимает гораздо больше. Вы сказали, ненависть, что прям там коньки ломают или что? Не, ну коньки не ломают, как бы все относятся друг к другу довольно-таки уважительно, но все равно какая-то аура присутствует нехорошая. То есть так все напряжены, видно, что прямо как будто в последний раз. Спасибо большое, Андрей. Мы видели, что за вас болели многие зрители. Надеюсь, что в следующий раз ненависть соперников все-таки не помешает никому станцевать отлично. Спасибо. Спасибо.